Нашел пацанам челлендж, который они еще не делали. Живут здесь всю жизнь и до сих пор сюда кота не попробовали. Кто тебя научил так круто двигаться? Да. Улица, я просто в зале не постоянно тренер. Оцениваем уровень волрана и выхода в Ставрополе по 10-бальной шкале. Ты будешь оценивать, смотри. Скажешь, сколько он баллов заработал. Он заработал 9 баллов. 9 баллов. А ничего, что там он выступ, он и есть 9 баллов. Просто вы видели? Что за стиль такой? Просто встал на него и залез. Давай еще раз без выступа. О! Ну все, сколько баллов? Не, пацаны, я так не буду делать. Это какая-то херня. Что-то высоко. Епа! Классно? Не, не долетаю, но она жестко скачет. Ты прыгнул, она прямо жух там. Просто какое-то нереальное расстояние. Что такое? Что за стиль? Разминка. Нифига, это в Ставрополе так делают, что ли? Конечно. Нифига себе. Прикиньте, вот он вам видос полезности накинул я. Сейчас посмотрите, и у вас не будет больше травм никаких. Вовчик завещает.
нее остановись, смотришь туда, куда прыгать. Я хочу прыгать. Давай. Видишь, он руками, ногами ничего не делает. Ты вот так делаешь. Ногу поставил, все, вот туда уже лезешь. Я тебе надо делать вот так. Напрыгнул. А, не уж, запрыгнул на это. Понял? Ногой приходишь кота. Попробуй. Раз, отпрыгиваешь на другую ногу. Другую. Во! О, и из упора через бок выходи через сейфти. Сегодня у нас семинар по рациональному перемещению. И сегодня мы научим правильно двигаться вот этих ребят. Сейчас вы рассмотрите версию, которая неправильная. Если же вы хотите элегантно двигаться, чтобы кисочки клевали на вашу движуху, нужно делать вот так вот. Если ты ездить начнешь хапать. Вот Санек приехал, даже я не знаю, то есть у меня, я-то уже давно треню, как бы, казалось бы, ну, чем может там человек удивить, вдохновить, а нифига, каждый раз приезжаешь и каждый раз, прикинь, как по новой. Вот типа Санек там манкосы летал вчера, ты просто, ну, там не долетаешь стопы две до него, и такой думаешь, блин, ну, в принципе, это же вообще реально, то есть надо просто вот так взять и затрачить все эти темы. Поэтому ездите, вы сейчас возможность появится, гоняйте, то есть, конечно, вы типа будете приезжать уже с новым вдохновением. Посещайте фисты всякие, не знаю, просто приезжайте, похер на фисты. Просто приезжайте, вот типа мне вообще не жалко, в Питер приезжайте по тренингам. Как. Это вообще никогда проблемы не было, я вообще, ну, угораю до сих пор. С челиком раньше как бы собрался толпой в город, мы приедем, все, ждем вас, типа чуваки там, знаешь, там уже какая-то даже туса собирается. Сейчас пишешь там какому-нибудь чуваку. Они такие, ну, не знаю, как это, типа, кого-то приютить, там, это, ну, что, да, такое, да, вообще? Там это, работают, это, да, что такое, дети, вообще, типа, какой, типа, вы что, типа, не, у нас там, типа, столько недель. Раньше вообще похер, какой-нибудь любой кипиш собирается, толпа, и это лютый обмен опытом был всегда, просто лютый.